Привет, ребята! Сегодня речь пойдет о том, как скачать платные программы или же игры с Play Market бесплатно. Наведем пример по Майнкрафту Pocket Edition. Там цена у нас 123 гривны. Вот. Чтобы его скачать, нужно заплатить денежку. А как сделать так, чтобы можно было скачать любое и, в принципе, бесплатно? Для начала нам потребуется вот такое вот приложение, как FOPDA. Оно есть на официальном сайте FOPDA, там зарегистрируйтесь и скачайте данное приложение через Google Chrome, например, через ваш телефон. Но нам нужны будут еще root-права. Я уже скачал с FOPDA root-права. Вот, в проводнике они у меня есть, ссылочки я вам оставлю в описании. Вот он, KingRoot. Давайте его установим. И сделаем root-права на наш телефон. Все очень просто. Открываем. Нажимаем одну кнопку, и после этого программа сама все будет проделывать. И после может быть даже такое, что телефон сам по себе перезагрузится. Сейчас нам нужно будет дождаться 100%. Во время загрузки может программа на некоторые там ругаться, на некоторые службы. Вот. Но она вам предложит сразу, что нужно отключить. Все, root, права у меня есть. Смотрим дальше. Вот она ругается, что нужно оптимизировать. Соглашаемся. Все, отлично. Сворачиваем. Теперь нам нужно будет установить такое приложение, как... Секунду. Это все я качал с данного приложения FOPDA. Просто чтобы сильно не затягивать видео, я решил все сделать вот так. Ссылки все будут в описании. Или же я, наверное, сразу... Не, наверное, ссылки оставлю. Вот. Установить вот такую программу, как Black Market. Открываем. Ну и теперь у нас тот же самый почти Play Market, только в новом дизайне. Так, я все собрался. Давайте попробуем. Майнкрафт. Вот она эта версия. Давайте ее установим. Здесь выбираете версию, вот она есть вверху. И если вы согласны, нажимаете на это. Давайте дождемся окончания загрузки, и я вам покажу, что программа работает, и Play Market видит, что мы вроде бы как купили ее. Как по мне, вообще идеальная программа. Спасибо автору за эту программу. Давай, видите, когда root права нужно разрешить. Разрешаем. Все. Сворачиваем. И видите, что наша программа установилась. Вот вы можете еще увидеть новый лаунчер Prime. Как видите, написано, что 4 бакса. Давайте ее установим. Нажимаем установить. Выбираем, какую версию мы хотим. Последняя всегда вверху. И теперь, как видите, новый лаунчер у нас Prime есть. Заходим в Play Market. Пишем Nova Launcher Prime. И как видите, он стоит денег. И пишется, что он у нас установлен. Давайте откроем. И как видите,
нас полноценный платный браузер лаунчер.